Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube-канала, с вами Константин, мы продолжаем проходить God Eater Resurrection. Итак, в принципе, сюжет у нас сейчас почти не движется, и это, я признаюсь, меня немножко пугает. Потому что много, очень много дополнительных миссий, монстрики очень редко добавляются новые, карты и подавно все те же самые. Я, признаюсь, немножечко озадачен, потому что у нас в данный момент выходит 11-я серия, и наиграно уже 14 часов. Сейчас еще сыграем, будет 15 часов игры. Сколько примерно займет прохождение этой игры? То есть, дело не в том, что меня не пугает большой объем ее. Меня пугает непосредственно то, что игра ничего нового нам фактически не предоставляет. То есть, сюжет продвигается очень-очень медленно. Кстати, здесь почему-то написано, что всего 7 часов. Не знаю почему. А в Стиме написано другое. Ну, неважно. Игра, сюжет абсолютно очень слабенько движется. Вот. А дополнительных миссий довольно много. И почему-то никакого такого, скажем так, разнообразия нет. Я уже на это ругался немножко. Но я не ругаюсь сейчас. Я просто, наверное, задаюсь таким вопросом. Потому что если так и будет продолжаться, может проще перейти ко второй части. Говорят, она куда пободрее. Потому что одно и то же бить, прям честно, ну, не очень почему-то. Так, ладно. Что к чему? Так, давайте посмотрим. Инвентарь. У нас тут и целебные таблетки есть, и суперцелебные таблетки есть. А что у меня на складе? Забрать. Что забрать можно? Так, в хранилище у нас есть 9 таблеток. Так, давайте их заберем. Целебные таблетки. Под максимум. Суперцелебные тоже, в принципе, все нормально. Так, лечебный шар. Возьмем столб, возьмем, пускай все будет с собой, нормально. Так, Канон, огромное спасибо, я думал, что научусь чему-нибудь против сильного врага, но это тяжело, без рассудства вам делу не поможешь. Похоже, Алиса нашла то, что искала, спасибо тебе. Ну да, мы там в какой-то из миссий помогали ей, так, посмотрим. Запрос на ликвидацию Сириэль, опасного летающего арагами. Судя по вашим успехам, это задание вам по плечу. Так, и это идет по основному сюжету, так что обязаны показать. Но у нас вроде бы даже новый монстр. Уничтожьте рогами в руинах завода. Там недавно заметили Зиготу и Сириэль. Крупный быстрый Сириэль устойчивы к световым атакам, поэтому подойдите к выбору снаряжения с умом. С умом не то слово, у меня ни одного светового оружия. Так что нормально. Да. Я не буду менять. Тут все на авто. Да. Ну погнали. Я не боюсь миссии, если мы идем большой толпой. Хотя, говорят, там потом будут такие монстрики, которые будут с одного удара почти убивать. Ну, что-то вроде того. I haven't heard a word. It's a little strange that they'd need all of us, though. Maybe it's some big mission coming up. Thank you all for coming on such short notice. The administration and top brass have made an appointment to your squad. Upon the completion of today's operation, you will be appointed as captain of the Far East Branch's first unit with full honors. As the new leader of this unit, I'm proud to say that I'm depending on your talent. Whoa, what? That's awesome! It's better than awesome! It's awesome! I can't believe it! There's a word for this, isn't there? Like a coup, right? I'm pretty sure that's not what you mean, Coda. I was proud to call you comrade. Now I'm proud to serve under you. Isn't this wonderful? Sakuya? Huh? Oh, yes. Truly well-deserved. I'm happy. Wow, captain, huh? Weren't you my little student not too long ago? I promise I'll always have your back, and I know you'll watch ours. Congratulations. Let's not get ahead of ourselves. As I said, there is the small matter of today's mission before any promotions are finalized. The squad leader is gifted with many privileges befitting their rank. This is true. But with such honors come an immense burden of responsibility. Oh, not just over yourself, as a god eater. The lives of your squadron are completely in your hands. Keep them safe. Your orders haven't changed. Slay Aragami, succeed in your missions, and most of all, return home safely.
Now then, this battle will not win itself. Good luck, God Eaters. Ну вот, меня назначили капитаном. В принципе, неплохо. Сакуя зависла, потому что боится, что оставили всякую надежду найти Линда. Да, о нем пока больше никаких вестей. Что печально. Я надеюсь, он живой. You really are lucky. You have found some wonderful friends amongst your comrades. They keep you strong. All right, everyone. Let's stay sharp out there. I'll be watching your backs. Ну вот так вот. Да, еще один диалог выслушали. Итак, посмотрим, у нас там пока один враг, но не будем заставлять его ждать. Так, прошло несколько дней с тех пор, как я играл, как обычно. Ну, сейчас руки быстро вспомнят управление, и все будет хорошо. Ну... Давай, возьми. Так, нам проще, наверное, здесь уже тебя обойти и найти, да? Где ж ты, где? Это кто там, Зигота? Ну да, Зигота. Иди сюда. Что же это за сырель такая? Так. Ну-ка. На. Нормально? Так. Ну, Зигота, да. Отлично. Так, а вот теперь врагов стало несколько. Я так полагаю, там теперь Сериэль и пара Зигот. Ну, по крайней мере, я так думаю. О! Ух, смотрите, симпатичная. Так. Тихо. Да, нормально. Сейчас все будет. Сначала мелочь вот эту свалим. Зигота. Да она мать, это кто меня там бьет? Это сырель, что ли, вот это? Тихо, спокойно. Все, Зигот уничтожили. Так, ну что? Ну что, как к огню? К огню не особенно, да? К электричеству лучше. Я запомню. Ням тебя. О, хорошо. Тихо. На. Так, все. Все, нормально. Бежим. Кусь тебя еще разочек. Сейчас мы тебя будем кусать. Между прочим, она очень больно кусается. У нее уже что-то там разломали. Ну, смотрите, как жизни у моих отнимаются. Меня вот еще заразили до кучи. Так, камера, ты мне явно не помогаешь. Я лучше тебя отключу. Тихо. Куда она делась? Да все нормально. Глушанули. Так, ладно. Слушай, яд на мне прям такой нехилый. О, мне еще пули передали. Все, пора. На. Так, а вот это, кстати, по-моему, световая как раз как-то не... Так. Я пули сейчас все с вами передам, потому что другие будут атаковать другими. О. Так. Подлечились. Все нормально. Слушай, у нее вот эти вот лапки прям вообще самые уязвимые. Особенно с тыла. О, смотри, у нее вот этот плавник вообще здесь. Ну почему ты не можешь просто на одном месте атаковать? О, ноги разрушили. По крайней мере, одну. Пока атакуем прям вообще в лед. Почему мои такие слабые? У них жизни прям отнимаются только так. Тихо, спокойно. Кода, давай там лечись. Не дури. Ой, мне прилетело.
Так, ну что, давайте еще подлечимся мальца. Во, нормально. Я думаю, мы уже скоро ее завалим. Тихо. А ну-ка, кусь. Пару раз укусим. И все будет нормально. Так. Тихо, спокойно, спокойно. Да убери ты эту цель. Да что ты эту цель держишь-то, а? Так, тихо, спокойно, спокойно. Во, отлично. Во, нормально. У нас заряженный мы по полной. Да куда она там уйдет? Тихо, спокойно. Да все, мы ее забили просто в усмерть. Мне, правда, жизни мало, у меня яд меня долбит. Так, тихо, спокойно. Давай-ка шар применим лечение. О, нормально, можно двигаться. Ты балдел там, что ли, я? Тихо, спокойно. Так. Так, все, отдал пули, потому что... Так, все, сейчас добиваем ее. Давай уже подыхай, слушай. То уже все тебе отрубили, все, что только можно. Он зад у нее только целый, все. О, мне пулю какую-то дали. Ловец отблесков. На, нормально. Во, слушай, по башке рубается тоже. Ой, больно. Да все нормально. Почему вот обязательно Альфа-1? Всех поименно называют. Я Альфа-1. Я понимаю, что они хотели создать... в смысле, задум... Что она делает? Тихо. На тебе. Давай, сейчас добьем ее. Я понимаю, что они, кстати, хотели создать непосредственно игру, чтобы мы могли создавать уникального персонажа. Такого, какого хотим. Но лучше бы был какой-то строго зафиксированный персонаж, но, по крайней мере, он хотя бы обладал речью, именем. И вообще не был бы такой странной безликой фигурой. Слушай, что он так... Что-то мне яд этот замучил. Все, погнали, погнали, погнали. Давайте уже добьем ее. Да ты посмотри, что делает, а? Да я понял, что там найти укрытие. Нормально все. Ну, ядом заразили. Ну что, первый раз, что ли? Ну, кстати, это... Какие-нибудь антидоты закупить на будущее. У меня первый раз вот таким вот ядом. Так, спокойно. Во. Так. Во, отлично. Ну чё? Помрёшь сегодня уже, нет? Боже, какая ты муторная. А главное, не люблю летающих. Во. Отлично. Да куда он там пытается уйти? Ага, два раза. Спокойно. Не уйдешь. Ой, больно, больно, больно. Так, тихо, спокойно. Я знаю, что толку от него немного, но раз уж мы эту пулю получаем, ну, сопротивление у нее к свету. Ну, что поделать, ну, оружие у меня такое особое. О, спасибо. Да иди ты в баню. Что тут копалось-то до меня? Отлично. Так.
Спокойно, спокойно. Народ, народ, навались на нее. Тихо. Да япона мать, ты смотри, как меня лупят. Спасибо, спасибо, лечите. Спасибо. Слушай, я лечилок уже угваздал, просто пипец. Обычно, когда монстр пытался убежать, и у него было уже все отрублено, он обычно подыхал. Но это же никак не подыхает. Иди сюда, а. Да я понял, что мне закон... О, все, завалили. А где я? А где я-то? А, вот, я думал, меня съели. Да, нормально. Правда, аптечек ушло, просто караул. Ну, что поделать, зато, смотрите, платье богини взяли и все такое. Ну, давайте немножко тут пороемся. Но зато после этой миссии теперь я полноценный капитан. Я так рад. Так. Ну, я вообще рад даже новому монстру. Пусть у него, конечно, и не сильно отличались атаки от других летающих монстриков, но зато там всякие яды и прочее было. Тоже неплохо. Так, ну что, смотрим, что дальше. Так. На получение расходников. Да, да, да. Во. Вы получили покинутое божественное оружие. Использовать его нельзя, но вы можете перенести его навыки на другое божественное оружие. Используйте меню «Установить навык» в разделе «Синтез терминала», чтобы перенести навыки и заменить имеющиеся. За выполнение задания сложностью 4 или выше вы получите покинутое божественное оружие. Используйте его навыки, чтобы улучшить свое божественное оружие. Ну ладно. Это мне на выбор, что ли, сейчас дается навык? Сопротивляемость помехам. Атака. Шестое чувство. Не знаю, но пусть будет вот это. О, вы изучили новый стиль хищника. Стальной клык и шаг акулий зуб. Прикольно. В рывке. Allow me to commend you on your performance so far. Congratulations on your promotion. Truly, you have done all of us a great service, and I expect it will continue. Now, let us speak. As a captain, you have new duties and new authority. You will be granted a number of bonuses. I suppose you could call them the prize due your new position. The first is private quarters, Lindo's to be exact. When you next log into the terminal, you will find your status has been updated to correlate with your new position. Data that was previously heavily censored or off-limits will now be open to your perusal. As we have opted to share this information with you, I hope you will understand its importance. Clearance is not granted to just anyone. This is our, rather Fenrir's, mark of trust. Do not take it lightly. I know you shall not betray our faith. You've better judgment. In addition to this, of course, you will find new duties as well. Aside from serving as a combat leader, you will also overtake all of Lindo's unique and special assignments. But we'll leave those for another day. You are surely exhausted from your operation. We are proud to call you a captain, a leader. Dismissed. Я чувствую, Сако вообще не обрадуется тому, что у нас мы занимаем комнату Линды теперь. Вообще не круто. Так, ну что? Там говорили синтез. Установить навык. Холодное оружие. Здесь вы можете добавить навыки покинутого божественного оружия своему божественному оружию. Покинутое божественное оружие плюс 1 позволяет улучшить базовый показатель божественного оружия вплоть до значения плюс 30. Сначала вы будете божественное оружие, имеющее навык, который вы хотели бы перенять. Ну, у меня выбор-то небольшой, ну вот. Выберите божественное оружие, которое должно перенять навык. То есть, либо вот этот молот,
То есть, а это до и после? Молотильно, то есть у меня изменится, да? Ладно, пока не будем. Пока не будем. Давай-ка сейчас залезем в инвентарь. Заберем все, что у нас есть. Огненный. Стоп, мне вот огненный... Ой, господи, лечебный шар. Надо бы купить. Давай залезем. Так, мужик, пополнить инвентарь. Так, целебную таблетку. Сколько стоит? Сколько у меня вообще всего денег? Боже мой, я из-за камеры, как назло, не вижу. А, вот всего. Господи, так дешево стоит. Да. Отлично. О, нормально. Паёк полностью восстанавливает выносливость. Ну, не особенно. Так, вот, противоядие. Купим. Да, теперь оно мне нужно. Реагент против помех. Ну, не сказать, что сильно. Усилить и усиливать атаку на 30 секунд. Всякие усилители, я думаю, можно попробовать пару штук 5 купить. Да, укрепитель. Ну, вот как-то так. Так, ну что, посмотрим, что у нас там дальше. Обычные задания, сложность 4. Вот, куча побочных появилась, но мы не будем. Мы пойдем вот... Ловушка Венеры. Уничтожьте Ваджеру в районе гавани. Остерегайтесь нападения Зигот. Голова Ваджера уязвима для дробящих атак. Возможно, стоит сконцентрироваться на них. Так, дробящих атак. Но это понятное дело, что не про это оружие. Кстати, у меня там был какой-то молот. Я помню, что мне он не особенно нравился. Давайте посмотрим, что у меня там в снаряжении. Цепная пила. Так, сколько у меня сейчас цепная пила? 169. Разрушитель, конечно, побольше, но можно не специально ради него взять. Разрушитель типа 61. Продать? Не, продавать я не хочу. Ладно, давай попробуем. Ё-моё, вот это колотушка. Не, слушай, ну медленная, ну я такой не смогу его бить. Ей-богу. А вот этот... Тоже молот. Но не люблю такое оружие. Этот слабенький. Я оставлю цепную электропилу 2. В принципе, быстрая, нормальная. Мне понравилось. Так, ладно. Ну что, берем, задание берем. Мы его не взяли. По-моему, нет еще. Да, да. Так, ну что, берем стандартно. Сакуя, Алиса и Кота. Да. И Кота. Помощи Барри. Да? Ну, погнали. Так, я зашел на задание, не подумавший, что у вас же вообще-то сопротивление от электричества. Я тут цепной пилой. Я поэтому сейчас по-быстрому перезашел и взял хвост тигра. А то мы так будем очень долго его бить. У него сопротивление к электричеству прям реально такое хорошее сопротивление. Где? Ну что ты там летаешь? На тебе. Иди сюда. Умри уже. Спокойно. Сейчас мы тебя укусим. Так, это кто? А, это, господи, Сюзигота. Мы теперь можем прямо на бегу. Все, она умерла? Ну да, все, все нормально. Так, ну погнали. Так, ну что, возьмем усилитель. Усилитель на 30 секунд. Тихо, спокойно. Так, я что-то тоже не особенно сильно бью с этим хвостом тигра. Надо было залезть в базу данных. Давно я что-то в Ваджеру не бил. Тихо, спокойно. Тихо.
Так, ну что? Да на тебе. На тебе. О, нормально. Тихо, 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 спокойно. Да все нормально, сейчас подлечимся, сейчас подлечимся, не паникуй. Лишь бы запаниковать. Спасибо, спасибо, Алиса подлечила. Еще раз подлечила. Тихо. Тихо, спокойно. Будем его кусать. Сейчас мы его нормально закусаем, а потом будем расстреливать. Тихо, спокойно, спокойно, спокойно. Какой-то вазер очень какой-то дикий. Сейчас нормально все будет. Спокойно. Лови. Ну да, к электричеству его не особенно восприимчив. Но все равно, как говорится, зарядка халявная. Так, спокойно. Надо стараться по спине стрелять. Спасибо. Тихо, спокойно. Алиса вообще неплохо прям подлечивает. Ну и раз даже можно даже самому особенно не лечиться, все нормально выходит. Спокойно. Давай, давай, давай. Хил, хил, Сакуя там. Ну иди сюда. О. О, спасибо, подлечили. Чё же вы сегодня так помираете-то? Ну, понятное дело, сложность стала 4, как бы, и... Говорят, что-то здесь 6 сложностей аж будет. Я представляю, что будет на 6. На 6, наверное, будет реально серьезно. Тихо, спокойно. Кстати, прошлой миссии тоже, скорее всего, была уже 6. Ой, 4 уровень, я вот только не помню. А может быть и нет. Тихо, спокойно. Лечебный шар. Ох, господи, успел подлечиться, а? Спокойно. Да ты что делаешь-то? Смотри, смотри, как разъявился. Нормально, все, все нормально. Так. Огнем, огнем, огнем в него. Так, лечимся. Спасибо. Все нормально. Смотри, какая реально дикая тварь, а. Новая сложность и все. Тихо, спокойно, спокойно. Сейчас я с него наем целую кучу всяких кусков. Так, спокойно. Посмотри, какой дикий. Не любит, когда от него откусывают, но надо думать. Никто не любит. Спокойно, во, за хвост куснули, нормально. А! Спасибо, спасибо за то, что подлечили. Тоже подлечимся. Проявим уважение. Так, уже 8 зарядов. Я сейчас наберу зарядов еще один. Зарядов еще один. Так, все. Спокойно.
Спокойно, спокойно. Я вам сейчас заряды раздам, может, вы потому что будете атаковать хоть чем-то другим. О! Спокойно, раскусь его. Сейчас, 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 нормально все будет. Хорошо. Я буду заряды раздавать, потому что я бью электричеством, а у него к нему сопротивление. Ты смотри, что делает. Отлично. Они мне заряды передают, а ну что же вы делаете-то? Так, тоже лечимся. Так, тихо. Сейчас, 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 народ. Я сейчас вам заряд раздам. И все нормально будет. Все. На! Тихо, тихо, тихо. Ты давай там не ешь ничего, окей? Слушай, смотри, мне накидали пуль тоже, а? Так, может быть, реально сделать сжатием попробовать. Искровой заряд просто помощнее пустить. Может быть, будет толку больше. Тихо, нормально. Ой, тихо. Во. О, нормально. Отлично. Так, тихо. Так, надо покусать его, надо покусать. О, вот и все. Вот и забили. Да, нормально. Ну, теперь уже, грубо говоря, в одного так не поиграешь, просто не побьешь. Тут надо уже прям рассчитывать на команду, чтобы тебе помогали. Чтобы ты патроны перекидывал, тебе перекидывали. Друг друга бафаем, так сказать, и подлечиваем. Вот без лекаря, конечно, тут очень тяжело было бы. Я знаю, что, допустим, если бы нас было только двое, на этой сложности я бы, наверное, с ним не справился. Я даже фактически в этом уверен. Яшма. Ладно, посмотрим, что дальше. Задание четвертого уровня реально пошли. Я, по-моему, сегодня это уже раз пять повторил. Так, что мы возьмем? Я за получение расходников. Расходники всегда нужны. О! Да, я знаю, ты об этом мне уже говорил. Так. Что мы возьмем? Навык. Здоровье. Харизма. Эффект предмета. Давайте здоровье возьмем. So, how are you holding up? No, you don't have to say. I can tell already. Your eyes give it away. They've got that same panicked look Lindo had. I still remember his face the day they promoted him. First thing you do, take a big, deep breath. Then relax. No one expects you to do this alone. The key to succeeding is rely on your allies. Rely on yourself. Trust. I know that you will make a fine captain. Enough uplifting speeches. Back to work. I'm counting on you. Ну хорошо, похвалила меня. Так, задание на работе. Что за задание на работе? Поздравляю с повышением, уверена, что лучше тебя никто не справится. Наверное, я иногда мешаюсь, пожалуйста, не суди строго. Кота? Ничего себе новости, поздравляю, надо устроить вечеринку в твою честь. Ну да, было бы неплохо. Сакуя что скажет? Сейчас бутылку меня об голову разобьет. О да, поздравляю с повышением. Не терпится увидеть тебя в новом качестве. Так, ладно. Срочное, срочное задание. Что за срочное задание? Оно побочное. И я не скажу, что... Подожди, это все выполнено. Вот, побочное.
Какое-то сумасшедшее. Побочные задания я не хочу сейчас выполнять. Мне хватает побочных заданий, честно. Солнечный свет на снегу. Целая куча противников. Уничтожьте одного Гборок-Бора и одного Чию в руинах храма. Тело Гборок-Бора и голова Чию уязвимы колющим атакам. Будьте осторожны, там же замечены несколько огромхвостов. Ну, ладно. Миссия будет жаркая, чувствую я. Так, ну что, посмотрим. Давайте синтез. Установить навык. Так, куда мы можем применить... Подожди, почему харизма-то? Я же выбрал вроде не ее. Мастер нападения, а тут будет харизма. Не, мне это не нравится. Так, давайте, можем ли мы что-нибудь улучшить из того, что у меня есть? Нож, ледяное сверло, холодный клинок. Так, ну это, по-моему, мы никак не можем еще пока, да. Цепная пила. Ну, между прочим, тут остался всего-то искристый череп химеры найти. И да, и мы сможем уже даже цепную пилу 3 сделать. Клеймер, молот, разрушитель. Нет, это пока все не... Колющие атаки. Во, вот это, наверное, здорово, пронзающие. К сожалению, никак не можем его облагородить. Лоэн Рок. Давайте, кстати, наверное, им вооружимся. Где он у меня? Вот он. Атака неплохая, между прочим, реально. Огненное копье, пронзающее жертв. Словно разъяренный бык. Хорошо. Подожди, а почему я до сих пор рекрут? А, ну это набор так называется. Ну, понятное дело. Так, способности личные пока лезть не будем дальше. Ладно, погнали, попробуем. Так, да. Я, в принципе, там мало использовал лечилок. Так что все нормально. Hey, what up, Soma? Dude, I was totally thinking of having a little shindig to celebrate our new leader. You down? Gonna say no. Come on, Soames, don't be the pre-party pooper. Go ahead and have your shindig. Just don't count on my RSVP. Jerk! You don't act all badass just because you're all badass and stuff. And don't be so arrogant even when you show up like 20 minutes late. But whatever! Jackass. You'd think I was asking him to run ops naked. Damn. He's such a buzzkill. Oops, it's 20 past mission. Guess we better get on out there, yeah? Ну да, ну не особенно. Сома и Сакуя оценит меня как командира. Понятное дело. Я-то пришел только-только. А они тут уже сколько воюют. Ой-ой. О боже мой. Слушай, смотри, у меня там еще основная цель. Смотрите, там движется. Я не знаю, кто это. Подождите, кто-то из наших. Он просто начал с другой стороны. Это Сома. А, вот они тут. Нормально, нормально все. Ну куда? Куда пошел? Куда он пошел? Слушай, реально неплохо атакует. Отлично. Падший Огр. Так, следующее. Давайте сначала всех левых убьем, а потом будем расправляться уже с этим. Так, ну-ка, где ты? Ну-ка, иди сюда. Пусть тебя за рожу. А почему вот Алиса со мной не пошла? А, у меня там не было особенного выбора, я понял. Это плохо. Ну ладно, Сакуя тоже неплохо лечит. Слушай, хорошее оружие.
Так, ну погнали, пока у нас еще не подоспел народ. Надо забить одну из первостепенных... Кто у нас там, Чию? Или Гбора-Гбора? Ну, Гбора-Гбора. Ну вот, меня заметили, да? Тихо, спокойно. Так, тихо, спокойно. Сейчас мы сначала вблизи немножко побьем. Да что ж ты так крутишься-то, а? Во, нормально. Кстати, атаки особые вот у этого копья вполне себе. Так, ладно, хорош. Блин, на четвертой сложности смотри, как они начинают дурить, а. Так, сейчас мы будем их кусать его. Нормально. Грызи, грызи, грызи его. Сома, смотри, неплохо, между прочим, танчит. Тихо. Тихо, спокойно, спокойно. О, снаряды есть. Так, ладно, ну что? На тебе, получи, получи. Давай, во! Так, тихо, все, заряды кончились. Во, разрушили торс, это хорошо. Давай, давай, руби, руби его, зажимай, зажимай, куда он пошел? Во, давай. Вот главное, вот когда второй придет и одновременно с двумя сражаться будет, вот это начнет. Тихо, иди сюда, иди сюда. Шиш тебе. Тихо, спокойно, спокойно. Так, нормально. Сейчас мы его забьем, мы его заколем просто нормально прям. Да все хорошо, не таких убивали. Тихо. Тихо, нормально. Нормально. Сейчас мы покусаем его. Посмотри, какая зараза. Сейчас так и будет прыгать, да, из стороны в сторону? На тебе. Отлично. Так, все, бегом, бегом, бегом. Так, слушай, надо подлечиться. Чё-то я тут так расслабился вообще. Тихо, спокойно. Да никуда он не сбежит. Огрели мы его уже, огрели. В рожу тоже бьется прям вообще отлично. Так, хорошо. О, уже здесь появился, а? Ну иди сюда. Так, а как не у тебя... А, у меня кончились патроны, ладно. Скрыть, зараза. Тихо, спокойно. Нормально, нормально, кусаем, кусаем его. Народ, если что, лечитесь сами.
Нормально. О. Куда он пошел? Ты давай тут не убегай, а? Ой, господи, поймал патрон, а? Так, давай, 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 забиваем, забиваем тебя. Сейчас мы тебя быстро разделаем. Так. Так, давай-ка, столбец лечебный. О, отлично. Да, чё ты там, господи, пытается он убежать. Не убежит. Сейчас мы его просто забьем. Притом нормально так забьем. Тихо. Там говорили, что появится потом вскоре возможность видеть жизни рогами. Это бы на самом деле очень сильно бы упростило бы. Ну как, было хоть немножко бы наглядно. Нормально. Отлично. Отлично. Ну и все, и прям будем сейчас его добивать. Да я знаю, ты что там на Сакую? Смотри, он ее прям наверх закинул. Спокойно. Тихо, спокойно. Так, давайте усилитель какой-нибудь съедим. Так, нормально. Так. Спокойно. Во! Давай, 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 едим, едим, едим его. Вот и все, вот и забили. Ну, в принципе, стали только более живучими. Птичий коготь. So I really want to hear the truth. You can be brutal. It's okay. Tell me what I can do to support you better. Ну да, как-то так. Да, в принципе, вполне нормально. Ну, сегодня был один новый противник, это хорошо. По сюжету мы чуть дальше продвинулись. Меня назначили капитаном. Ну, вот ладно. О, шелк взяли. Успели. Уже хорошо. Сейчас, может, там еще что-нибудь покажут. Сейчас меня попросят. Как обычно, выбрать поддержку. Мастер ближнего боя. Сопротивление утечкам. О, слушай, сейчас, наверное, будем Сому спасать. I didn't expect to turn around and see you. You are totally welcome. It's not like we came out here to look for you. Damn, you never came back. We got worried. Now you've found me, why don't you turn right around and go home? I've things to handle on my own. What? We're comrades, man. We're in the same unit. Jeez, you could be stuck up. So we're comrades now, huh? How so? Who would want a comrade that can't even take a little joke? A comrade you can't trust to have your back. Better to not have them at all. The hell, man? You know what? Fine, okay? Fine. You're so awesome. You're so epic. If you think you're so hot and you don't need us, then whatever. Suit yourself, jerk. I'm going home. You should go too.
What do you need with a monster like me? Кто же ты такая? Нам эти белые ноги показывают уже не в первый раз. Но понятное дело, что это девушка. Вроде бы как. Но пока нам так и не показывают. Я уж надеялся, что сейчас хотя бы покажут. Ну нет, не захотели показать. Ладно, давайте сегодня закончим. Это было... ну, нормально. Вполне сегодня было нормально, хотя я, признаюсь, немножко подустал от такой однообразности. Ну, я честно, вот, ну, как есть, так и говорю. Не обижайтесь там, что я начинаю ругать игру. Я ее не ругаю. То есть, как бы... но, в принципе, это же вообще игра давалась бонусом бесплатно. God Eater Resurrection, а покупали-то вторую часть. Так что, ну, как-то так. А так, в принципе, все неплохо. Все, давайте на сегодня закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Давайте, всем спасибо, всем пока.